Трое детей получили травмы в батутном центре Новосибирска. Пришли туда отметить день рождения одноклассницы, а с торжества их увезли уже на скорой. Диагноз у всех один – компрессионный перелом позвоночника. Школьникам оказали медпомощь. Полгода они будут вынуждены ходить в специальных корсетах. Работники спортивного центра утверждают, что дети не слушались тренера и не соблюдали технику безопасности, из-за чего и получили травмы. Однако родители убеждены, что это сотрудники не уследили за школьниками, а инструктаж им вовсе не проводили. Мамы и папы пострадавших уже обратились к юристам, будут требовать от администрации батутного центра компенсации морального вреда и трат на лечение.